Всем привет! Это новости о жизни участниц шоу «Пацанки» шестой сезон после проекта за последнюю неделю. Юля Кириллова побывала на съемках финала «Битвы экстрасенсов». Девушка-фанатка этого шоу. Пофоткалась там с теми, кто называет себя экстрасенсами. Анна Загоскина отпраздновала день рождения. Аню пришли поздравить Настя Петрова и Настина подруга Саша. Также родственники Ани устроили для девушки праздник. Из шестого сезона на дне рождения никого не было. Хотя Аня общается как с Машей, так и с Таней. Например, совсем недавно Аня гуляли с Таней вместе. Оля с Ларисой неразлучны с Кристиной. Кристине ее фанаты шлют подарки. Я не помню такого. Это очень мило. На Лауриту обрушился шквал критики за то, что она подстриглась. Аня Тихая, Катя Ванышева, Настя, Даша тусуются вместе со съемочной группой. Что скорее хорошо, надо дружить. Это пока все новости на данный момент. Любите пацанок, подписывайтесь на канал. До скорого!